Куклы Тильды, живопись акрилом и акварелью, открытки в стиле декупаж. Все эти экспонаты можно увидеть в художественном музее. Там открылась выставка «Хобби-2015». К прекрасному прикоснулась и наш корреспондент Татьяна Леонтьева. Готовые изделия, конечно, потрясают эти сочетания. Это вот я на ковшаге сплавлялся и на дереве сел вот так прибит. Вот так. Вот сюда гвоздь забит и висел. Хобби у каждого свое. Кто-то вышивает, кто-то рисует, а кто-то поет. Всю многогранность талантов жителей нашей республики собрал в одном месте творческий проект «Хобби-2015». С 2012 года у нас работает эта выставка, и она постоянно расширяется. Мы все новых и новых ищем людей. И многие заинтересованы. Те, которые придут на выставку, они будут сожалеть, что не участвовали в сегодняшнем проекте. Но они придут на следующий год. Так у нас и бывает. Каждый год этот проект собирает в стенах музея людей, не связанных напрямую с творчеством. Медиков, историков, юристов, психологов. Хобби помогает им реализовать свой художественный потенциал, освоить непривычный жанр искусства, найти новых друзей. Моя работа Пугачева. И еще у меня есть несколько работ, которые тут тоже представлены и были в прошлом году, в стиле скульптурного текстиля. Но это хобби меня заинтересовало где-то вот на пенсии, потому что больше свободного времени появилось. А людям нравится, мне самой тоже. Я с душой с удовольствием копошусь. На выставке можно познакомиться с творчеством не только местных мастеров, но и художников из соседних регионов и даже стран. Впервые за 20 лет здесь представлены работы австралийских коллег. Посетителям музея есть чему удивиться и, возможно, научиться. Ну, на таких выставках я не первый раз уже, третий раз, по-моему. Так, и поэтому каждый раз прихожу с большим удовольствием, потому что представлено разнообразие техник. Многие из этих техник можно увидеть, конечно, в интернете, так, но воочию наяву увидеть, конечно, всегда интереснее. Кстати, смастерить что-либо своими руками может любой желающий. Для этого в рамках проекта проходят различные мастер-классы. Татьяна Леонтьева, Николай Яковлев, Республика.